Это очень быстрый пирог с вареньем в домашних условиях, который можно приготовить, когда гости уже на пороге и хочется угостить их чем-нибудь вкусненьким или к чаепитию в кругу семьи. Использовать для приготовления быстрого пирога с вареньем можно абсолютно любые ягоды или фрукты, это может быть однородный джем или слегка жидковатое варенье. Количество сахара в тесте зависит также от выбора начинки, а точнее от ее сладости. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Духовку первым делом нужно включить и оставить разогреваться, в глубокую мисочку вбить яйца, добавить щепотку соли и сахар, начать взбивать на средней скорости, минуты через 2 влить тонкой струйкой растопленное и немного остывшее сливочное масло, продолжать взбивать еще около 3-4 минут. 2. Постепенно, небольшими порциями, всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Тесто в рецепт приготовления быстрого пирога с вареньем не должно быть слишком крутым. 3. Застелить противень. Можно взять квадратную форму для выпечки, пергаментом и вылить тесто, отправить в духовку и выпекать от 10 до 20 минут, в зависимости от толщины коржа. 4. Готовность коржа проверить спичкой или зубочисткой, дать ему чуточку остыть в форме, а затем убрать с пергамента и еще немного остудить. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Корж разрезать пополам, одну половинку обильно смазать вареньем по вкусу, в данном случае этот простой рецепт быстрого пирога с вареньем дополнен еще и кремом на скорую руку. 6. Вот и все, осталось только соединить коржи и при желании присыпать сверху сахарную пудру или какао, например, получается просто и вкусно. Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Яйцо, 3 штуки. Соль, 1 щепотка. Сахар, 120-150 грамм. Мука, 1-1,5 стакана. Сливочное масло, 50 грамм, разрыхлитель 1 чайная ложка, варенье, по вкусу, количество порций 4-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Заходите снова.